Всем большой привет! Сегодня готовлю фаршированную куриную грудку. По этому рецепту она получается очень нежная и сочная. И подать ее можно не только к ужину или к обеду, но и к праздничному столу. Помидоры нарезаем дольками. Ну а сыр я нарежу небольшими кусочками. По центру куриного филе делаем надрез, но не до конца. Подсаливаем и перчим по вкусу. Подсаливаю 2 яйца и слегка взбалтываю. Каждую грудку обваливаем сначала в муке, потом в яйце и в панировочных сухарях. После чего выкладываем в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом. В каждый разрез кладем немного сметаны. И укладываем помидоры с сыром. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 40-45 минут. После чего фольгу снимаем и даем куриной грудке подрумяниться еще 5-7 минут. По этому рецепту куриная грудка получается очень нежная, сочная и вкусная. Пробуйте, готовьте, уверена, что вам понравится. И пишите свои отзывы у меня в комментариях. Я все читаю и стараюсь всем ответить. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и заходите в мой инстаграм. Всем пока-пока!